Одежда для активных людей Альфа-74. У жителей мегаполисов очень часто возникает желание сбежать от шума и суеты городской жизни к первозданной природе. Бегство от цивилизации можно организовать в формате похода, и совсем не обязательно быть профессиональным альпинистом или спелеологом. О том, как подобрать маршрут по силам и с умом подготовиться к походу, рассказывают руководители туристического клуба «Уралпутник», профессиональные проводники Вячеслав Рытый и Ольга Смирнова. Бывает, человек не рассчитает свои силы и сразу пойдет на сложный маршрут. Ну, отбивается желание напрочь. Поэтому стоит начать с более простых, легких маршрутов и постепенно усложняя уже ходить дальше. То есть, действительно, прежде чем вы собираетесь, посмотрите отзывы, почитайте информацию. Она всегда в интернете достаточно. Хорошие, допустим, группы, хорошие туроператоры, организаторы, они, как правило, предоставляют не только информацию конкретно по туру, какую-то, ну, скупую, скажем так, то есть выехал, приехал, там еще что-то сделал, а предоставляют статьи, то есть интересные статьи про те места, куда вводят. Снаряжение делится на личное и, скажем, общественное. Общественное снаряжение представляется туроператором, личное берется с туристами сами. То есть личное снаряжение во что-то. Ну, одежда, которая пошла, обувь, там, посуда. Если действительно, вот, говорю, туроператор, который занимается, ответственно относится к делу, то он предоставляет спальники, палатки, все остальное, как бы, чтобы проблем на маршруте не было. Мало ли, что он туристов потащит. Может, он брезентовую какую-нибудь палатку, там, которая рассчитана там, человек на 25, он ее один поволокет. И если берете свое, ну, проконсультируюсь с организаторами заранее. То есть, вот я хочу взять то-то, то-то. Подойдет оно для данных, если или не подойдет. Одежда активных людей «Альфа Индастриес». В фирменном отделе в Челябинске. ТРК «Фиеста» и ТРК «Кольцо».